особое внимание будет уделено... За этим столом собрались представители всех трех ветвей власти. Встреча жителей области с губернатором, депутатами и чиновниками стали традиционными. Но в Саратове такой открытый диалог проходит впервые. На данный момент строится и принято уже решение, идут работы по строительству сельскохозяйственного рынка в поселке Солнечный. Жители Ленинского района почти дрались за возможность задать вопрос, жаловались на проблемы ЖКХ и на нерадивые управляющие компании. Есть и системные проблемы, мы о них тоже знаем, работа наших министерств, а их у нас предостаточно сегодня. Ну и, конечно, те проблемные вопросы, которые интересуют сегодня как группу людей, как индивидуально людей. Мы должны их слышать, реагировать и как-то снимать эти проблемные вопросы. Что мы и будем делать? Губернатор области решал проблемы жителей на месте, раздавая указания направо и налево. В зале находились министры и руководители всех ведомств, городские и областные депутаты. Нам нужна обратная связь власти всех уровней. Потому что есть письменные обращения, есть устные обращения. Сейчас коммуникаций очень много. А вот так вот вживую услышать и эмоциональный настрой жителей – это чрезвычайно важно. Бродячие собаки, пробки на дорогах, коммунальные проблемы – почти на все вопросы горожане получили ответы. Такие встречи, обещают власти, в ближайшее время пройдут во всех районах областного центра. Роман Гальперин, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.